А вот розы, георгины. Так, розы. Почем это? 9 злотых, что ли? 9,90. Наверное, 9 злотых. Бабушка, это не розы. А что не розы? Это ну, розы. Посмотри. Это розы. Это не розы. Дюмушка, я же знаю, это их специально так обрабатывают парафином, чтобы они не испарялись. А вот георгины. Георгины 9,50 злотых. Ну, очень красивые. 7,50. А вот какая красивая. Во. Это 8,50. В общем, красотень. А это вот эти, господи. Ой, королевский этот. Ой, ну что с головы вылетело? 25 злотых. Ну вы меня понимаете, вот. Просто вылетело с головы. А вот даже красная 25 злотых. Люпины, лилейники. Какие прикольные животные. По 15 лилейник, люпин 8,50, 11,50. Кроссовик. Ну, в общем. А это колокольчик. Лиатрис. 1,30 гривна. А вот даже есть гейхера 6,50, кана 7,50, 10,50 и вот 9,50 тоже. Так, что здесь? Это мальвы. Мальвы. По 6,50. Это, я думаю, лилейники. Да, лилейники по 7,50. Вот. Переводите сами. Курс, наверное, 7 или 8. 7. Одна. 7. 1 злотый, 7 гривен. Вот, внук сказал. Значит, так и есть. А это лилии. Лилии почем? 5,80, 5,80 все лилии. Ну, красивые лилии. Клубни очень хорошие. Клубни крупные, хорошие. Вот. Это гладиолусы уже. А гладиолусы вообще по одному злотые, да? По одному один злотый, вот гладиолусы. Класс, какие клубни хорошие. Вот красивый гладиолус. Ну, не все красивые. Да, вот флоксы. Сейчас, Демушка. Вот флоксы. По 7,50 флоксы. Вот, белый, сиреневый. Ну, вот то, что я увидела сегодня.